So wake me up when it's all over, when our eyes are and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. Друзья, всем привет! Сегодня, я не знаю, сегодня нам надо решать, что мы делаем в Таиланде, вообще едем или не едем. Дальше, чтобы из страны виза кончается. За нами сейчас едет Денис Лихачев. В принципе, он оправдывает свою фамилию. Глаза краснючие, что-то от линз вообще. А что у тебя, кроссовки есть? Трусы в основном. Здорово, как будто мы не виделись, да, то есть так это обычно все делается. Ну рассказывай, Денис, чем ты тут занимаешься на Пангане? Вообще у меня самая основной вид деятельности — это увольнять людей с работы. В смысле, у тебя анти-HR агентство, что ли? Ну, наверное, да. Сколько ты уже уволил совокупно на остров? Совокупно? Если считать за 3 года, то около, наверное, человек 250, может быть, чуть больше. То есть смотри, ты как делаешь? Человек сам захотел уволиться из компании или нет, допустим? Че, давайте за нами. Не поедет. Давай. Ну смотри, представь, сколько людей в России хотят работать на нелюбимой работе. Ну примерно в процентах. Честно, ты скажи сколько, я тебе скажу сколько. Ну процентов 80 точно. Мне кажется, процентов 85, где-то 90, может быть. Ну, примерно, да, может быть, так. Вот, так, когда люди обращаются к нам, когда люди обращаются ко мне, то моя самая первая задача – это, вообще понять, работает ли он на любимой работе, на нелюбимой работе, есть ли у него долги и кредиты. И мне вообще приносит кайф, когда люди избавляются от этих якорей, знаешь. Согласись, когда, сколько вообще, да, давай так представим, какой процент людей в России имеют долги или кредиты? Ну, тоже где-то 80, примерно 80, может быть, да. Вот, и фишка в том, что у людей, когда они избавляются от вот этих якорей, вообще меняется абсолютно сознание. То есть даже вот если у человека 200 тысяч кредит, и он этот кредит погасил, согласись, это небольшая сумма, 200 тысяч рублей. Да. То человек вообще по-другому начинает думать. А когда он, например, у человека есть деньги хотя бы на полгода жизни вперед, то есть, например, он там тратит в месяц на 50 тысяч рублей. Я же, знаешь, теория, на самом деле, что такое богатство? Ну, оно же все относительно для разных людей. Давай. И получается, что, короче, богатство — это сколько месяцев ты можешь прожить на деньги, если вообще не будешь никак зарабатывать деньги. И вот на сколько месяцев тебе хватит? То есть тут одновременно, то есть если ты привык шиковать, жить там на полмиллиона рублей, там миллион рублей в месяц, и у тебя есть 3 миллиона, то ты богат на 3 месяца. Ну да, все так. Вот, а если опять же ты как бы, у тебя есть 10 миллионов, но ты тратишь месяц 30, то капец, тебе может хватить там чуть-чуть не до конца, да? Ну да, типа того. А вот теперь представь, смотри, что я, что ты уже как бы такого момента не помним, но я не знаю, может быть, уже помним. Еще остались отголоски такие, когда реально денег было столько, чтобы дожить до следующей зарплаты. И когда я первый раз накопил вообще подушку безопасности на 6 месяцев жизни вперед, я почувствовал себя реально счастливым, я почувствовал себя свободным, хотя денег было немного, правильно? Ну реально немного денег, там если я зарабатывал 50, было 300 тысяч. Но я вообще реально начал думать вообще о других категориях. Другими категориями. То есть смотри, получается, первым что ты делаешь, да, никто же не знает, чем ты занимаешься. Да. Ты увольняешь человека с работы, и совместно вы с ним решаете задачу, как ему рассчитаться с якорем и сделать, грубо говоря, там миллион рублей. Да, только надо поменять местами. То есть смысл в том, что я вначале помогаю человеку заработать капитал на полгода жизни вперед, а потом мы с ним рассматриваем, да, то есть хочет он работать на своей работе или же хочет уволиться. Потому что вот в этот момент у него есть запас полгода жизни, чтобы найти какое-то дело по душе. Вот, в принципе, вот этим я занимаюсь. И от этого получаю огромное удовольствие. Скажи основной call to action ABC Finance какой? Мы вчера там не сказали. Так, да. Короче, ребят, проходите по ссылке под видео abc-finance.ru. Подписывайтесь, там будет, значит,
такая кнопочка Callback Counter. Нажимаете туда позвонить, записывайте свой телефон, вам перезвонят в течение минуты. Вот, и расскажут, что вообще делать. Ну и вообще, там основная тема, что вы регистрируетесь, попадаете на вебинар, там ты его проводишь или нет? Ну, когда ребята. То есть... Вот, где ребята рассказывают реально свою историю, на чем они, как бы, ну, какой у них здесь бизнес. Вот, проходите, подписывайтесь. Компания у Дениса называется ABC Finance. Почему ABC? ABC Finance. Finance. Извините. ABC, потому что ABC, то есть простые шаги к финансовой свободе. То есть то, что мы даем, это реально очень просто, это реально может повторить каждый человек. И, ну, вообще, да, вот просто, ну, народ, который будет нас смотреть, будет думать, блин, там, что-то у всех получается, там, и так далее. Но я вот хочу сразу снять розовые очки, что реально получается не у всех. Вот, получается у тех, кто, ну, кто идет до конца, кто дисциплинирован и так далее. Но получиться может у абсолютно всех. То есть с кем мне приходилось работать, вообще я уже, ну, в нашей теме уже более 14 тысяч человек. И у меня были вообще разные кейсы. То есть начиная от бабушки, пенсионерки, которой там 77 лет, и она зарабатывает вместе с нами. Заканчивая, ну, как бы, женщинами, ну, как бы, многодетными, и у всех как бы нормально получается. Но главное самое, это вот дисциплина, а самое главное, это вот следовать четким инструкциям. Ага. Ну, вот поэтому ABC. Все очень просто. Ну, вот у нас, ну, я просто здесь уже четвертый год, и у нас вообще есть люди, которые четвертый год постоянно на зимовку сюда приезжают. Ну, то есть не отпускают Панган. Куда мы приехали? Что-то у вас малолитражка какая-то, да? Наверное, большую у Щербакова это. Смелости не хватило. Здорово! Привет, привет! Передай привет. Да, России. Всем привет, Россия, привет. Давай, делай обзор по дому, что тут как. Обзор, мы только приехали. Такое. Вы фильмы, что ли, смотрите? Разглаживаю. Это все основные средства ABC Финанс или нет? Да. Это самая большая точка захвата. Ну что, ты разобрался? Да. Попробуй что-нибудь. Как ваш день строится вот с мужчиной, с этим? С что вы делаете? Да. С мужчиной-лидером. Я правильно понимаю, что лидер в проекте тоже как бы чуть-чуть? Он самый главный лидер.
как бы вокруг него все вертится. Первый в мире менеджер, суперменеджер, который не произносит ни слова, но все делает. Ты «Черепашки-ниндзя» смотрел? То есть только, короче, взвизгнет, сразу все делается. Ты «Черепашки-ниндзя» смотрел? Да. Там был такой Крэнк. У него в животе такой мозг был, тело такое было мощное. Вот он такой же, он мозг, и его все носят. Какая тема? Без слов. Все, говорит нам, план продаж Дена. Ну, короче, что, 8 часов у меня обычно пробежечка вот этой улице. Вот. До 10, значит, я завтракаю, с 10 где-то до 6 вечера провожу время, там постоянно какие-то дела с семьей, в общем. Он с Серегой, с тобой, к тебе вот сегодня заехал. Так, что еще? Ну и все, с 6 начинаю работать. И до 12. Вот эту пыль вдыхать рабочую, да, вот эту, городских да. Вот этих мучиться, кварталов. Мучиться. Ага. Ну и работа, значит, твоя, ты просто каждый день проводишь вебинар, правильно? Ну, вебинар провожу, с командой работаю, вообще как бы, так скажем, направляю, воодушевляю сообщество. Собственно, как и вы, наверное, да? Да. Скажи ребятам, просто это уже примерно раз там где-то треть середина ролика. Что им нужно делать, если они хотят так же? Если они хотят так же, то... И где гарантия, что это все правда, а не декорации тут за нами стоят? Так, ну что, ребят, смотрите, значит, заходите на сайт abc-finance.ru, оставляйте заявочку, что вы хотите связаться с нами. Давай, как будто говорит он, короче. Его снимай. Говори. Так, сейчас он повернется. Заходите на abcfinance.ru. Дальше оставляйте заявочку, связывайтесь ссылка с нашим менеджером. Ссылка под видео будет тут. Связывайтесь с нашим менеджером. И все, ништяк, вам перезвонит в течение там минуты где-то. Все настолько просто, что объяснять не приходится долго. Да? Ну расскажи чуть про 7 skills на самом деле. Про 7 skills? Все вокруг да около. Так, ну что, смотри, значит, давай расскажу вообще, чем мы занимаемся, да, немножко. В общем, смысл в чем? Представь, что есть какие-то тренинги. У нас же очень много людей сейчас проводят тренинги. Допустим, у нас Вася Пупкин проводит какой-то тренинг по, не знаю, ну, по любой, в общем, теме. Мы платим, ну, в общем, человек, клиент платит Васе Пупкину, эти деньги уходят Васе Пупкину. Вот. Идея 7 Skills заключается в том, что у нас есть тренинги, которые сделаны Институтом развития человека в Санкт-Петербурге, и деньги, которые люди платят за эти тренинги, они распределяются по сети. То есть они, вот, допустим, человек покупает тренинг там, за $100, и эти $100 распределяются между партнерами, которые были вообще причастны к тому, чтобы этот человек, прикольно, этот клиент появился. Прикольно, что маржа большая. Да, из-за того, что вот 100% распределяется по сети, то у нас люди имеют возможность зарабатывать достаточно. Слушай, ну это так-то, вот, насколько я знаю, эта тема-то довольно известна. То есть в Москве вот эти школы, которые вот Света Гитарасова, не помню, как называется. Спасибо. Что-то про саентологию тоже они по сети. То есть, в принципе, тема живая, давно она уже работает, она... не в одной сфере. Она работает, но уникальность нашей темы заключается в том, что все 100% распределяется. То есть, если, допустим, распределялось бы 30%, то народ бы не смог там приезжать, например, в Таиланд, там что-то делать такое, да, то есть... Ну и получается, вот всей твоей команде, 50 человек, которые тут живет, монетизации хватает именно, да. Чтобы жить, кайфовать, да, и так, да, далее. Да. Ну, да, больше, то есть, смотри, вообще наша команда гораздо больше, чем 50 человек, там несколько тысяч человек, но просто кому-то нравится, например, жить в Москве, кому-то в Питере, там, купить автомобиль, купить сапоги, купить, там, куртку и кайфовать от того, что ему респект выражаю, да, то, что он там богатый. Кто-то, кому-то нравится больше свобода, например, вот нам, да, 50 людям, и вот мы уже здесь. Кому что, то есть, кто что хочет, тот так и это развивается. А вообще, сколько надо, ну, просто основной продукт, который есть вот у Дениса, просто мы же тут вместе жили рядом, общались, это тот, которого за $100. Но вообще, да, глобально, если человек хочет поменять всю свою жизнь, уволиться с работы, сколько на денег сюда стартовать, чтобы хватило? Ну, вообще, можно начинать со $100, но если человек начинает, там, к примеру, с $1000, да, то он ну, гораздо быстрее приходит к результату. То есть вообще начать можно хоть со $100. Ну, билет сюда стоит 20-30. Ну, да. Ну, то есть очень долго. Это просто со $100. Ну, короче, 50-100 тысяч. Кто сейчас пел вот это? Макс, по-моему, пел. Это дел, по-моему. Нет, я пел. Макс, да. Пел. Ты должен теперь нам для ролика что-то спеть. Мы, да, там, да. Мы в начало ролика вставим. 3-4. So wake me up when it's all over. When our eyes are and I'm older.
All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. И самую крутую девочку взял, короче, на пляже. Вообще у нас, мы вчера записывали другое интервью еще с Олегом. Вот там Secret Mountain. Вот мы это место подсмотрели как раз у Дениса. Вы там проводите всякие свои советы директоров, я как правильно понял. Ну да, типа планерки. Живописные, да, места? Да, да, да. А сегодня будет, нет? Да, оно сегодня будет в нашем баре. Вот я тебя, кстати, туда приглашаю. Secret Mountain на острове Панган в Таиланде, в Азии. Да. То есть смысл какой? То есть у нас, допустим, бесплатных регистраций, там, допустим, 30-40 регистраций в день идет. Вот. Но там, где около 10-15, ну, там, максимум 20% закрытия сделки. То есть получается у нас, ну, всего там, скажем так, 15, да, 15 в среднем процентов закрытия сделки. Поэтому нам нужно очень сильно на этом упор сделать. То есть у нас, смотрите, первое, это входящий поток, ну, у нас у всех нормальный входящий поток. Второй момент, это общение перед мастер-классом, после мастер-класса. И третий момент, это закрытие сделки. Вот. И вот закрытие сделки как раз нам нужно подтянуть. Ну, то есть максимально в это вложиться. И по статистике, которую все заполняем, да, мы посмотрели то, что реально у всех проблемы с закрытием сделки. Ну, да, смотрите, чтобы было понятно. Допустим, вот 100 человек у нас в систему зарегалось, 15 у нас проплатило, то есть 15% всего. Я смотрел по своей статистике, ну конкретно, вот прямо открывал свой кабинет и подводил итог. У меня примерно получается на закрытие сделки где-то 80% людей, ну, в любом случае, то есть они что-то у нас покупают. То есть я работаю каким образом? Точно так же, как вот мы и объясняем. Созвон до, то есть, ну, это может быть даже созвон не в этот день. Это просто как бы контакт с голосом, то есть, ну, далее человек ознакомливается с информацией, то есть если ему удобно, он приходит к нам на прямой эфир, то есть где в целом узнает идея, да, то есть у человека прямо вот, ну, как будто ему открываются глаза, вот, то есть где вот он сейчас, это вот прямо начальная точка А, он видит, то есть что ему мешает, что он хочет, ну, допустим, какая-то краткосрочная, понятное дело, что он там напишет, квартира, машина, финансовая независимость, там, ну, вот всякая такая канитель, но из всего, что он написал, в любом случае будут моменты, ну, которые для нас будут плюсовы, ну, как вообще, допустим, я сейчас работаю? Я вот прямо вот стараюсь каждый месяц сделать себе колесо. Ну, и вот прямо смотрю, вот и стараюсь, чтобы ни одна сфера жизни у меня не была меньше 7. И когда вот получается вот среднее такое арифметическое больше 7 вообще из всего, то, ну, получается вот такой подъем. То есть вот как у меня, то, что я утром вскочил, все, я, короче, погнал вот в таком круговороте вечером. Так, стоп, давайте-ка подведем. Прямо у меня с собой, ну, всегда там эти, короче, все записи, я там вечером просто все открываю, все, что на день прямо на работу, на весь вот этот поток. Ну, и сижу ночью один, гамоте залипаю и анализирую на следующий день прямо себя. Утром просто снова проснулся, блокнот открыл, так, это. Все, дальше погнал. Я недавно, кстати, думал по поводу книг и фильмов. Мы посмотрели фильм с Настей, называется «Молодость». Такой европейский фильм. Так вот, он там говорит о том, что, типа, вот в молодости ты можешь прожить день молодым на пляж, да, там отдыхая, как-то, ну, просто живя в кайф, или посмотреть кино. А, в принципе, говорит, посмотреть кино, которое ты можешь посмотреть в один день молодым, ты можешь, там, в конце жизни. Вот, а если ты фильм посмотрел где-то в 30 лет, то вот эти два потерянные части, ну, как бы, два часа жизни, их, получается, уже, ну, не обменяешь, наоборот. То есть в этом смысле есть напрямую жить вот сейчас максимально кайфовый вот со своим каким-то уровнем внутренним.
реально я делаю то, что в кайф. Ну, просто вот как вот первый видос был, который меня вообще, ну, в принципе, зацепил, называется «Жизнь — это просто». Это вот, ребята, первый видос, наверное, да, ваш, ну, такой, ну, один из первых, который вообще ребята снимали. Я его смотрел, у меня прям вообще трясти все начинало. Почему? Вот что я делаю не так, что вот ребята живут где-то, что-то делают, как все такие веселые, такая команда. Блин, как, вот что, где я неправильно в жизни поступил? Мне вот вообще, если честно, вот мы когда приехали, мы же первым делом взяли Honda и CBR. Ага. Типа мотоциклы. Типа крутые. Да. Вот. И вообще такая аллегория, что жизнь — это как езда на моторе. То есть прикольно ехать, когда рядом какой-то еще другой мотор. Ну, то есть одному плохо ехать. Потом ты всегда движешься куда-то. То есть как только ты сел на мотор, у тебя сразу появилась цель. Да. И потом ты понимаешь, что счастье на самом деле не в самой цели, а в самой поездке на моторе. И получается, мотоцикл довольно опасная херня. И в то же время и жизнь очень, и бизнес очень такая опасная херня, где можно много где свалиться, особенно если песочек туда подложит. Но вот в этом риске, и только когда у тебя получается ехать, есть настоящий вот этот кайф вообще реально. Вот, Денис, не знаю, пожелания, да. что людям? Ну, я хочу пожелать, чтобы вы жили вообще каждой минутой своей жизни, чтобы всегда отдавали отчет себе, зачем вы встаете утром, зачем вы куда-то едете, зачем вы общаетесь с тем или иным человеком, то есть зачем вы даже просматриваете это видео, что вам это видео может дать. Вот, и отдавайте себе отчет, и всегда знайте, зачем вы делаете то или иное действие.